Батырмын мен, эй, батырмын. Я герой, я. Бекерге жүрсүндө берген мага. Батырсыңбы? Оо, батырмын. Эме, батырлар сал көйөп кеткен жоксуңарбы? Ты что ли герой? Что-то у нас героев слишком много стало. Эта постановка комического характера породила в обществе бурю негодования. По задуманному сценарию, участнику сценки, который определенным образом хвастается пулей в стопе, юморист Рахман Разыков читает стихотворение, высмеивающее псевдогероев. Батыр бол бой, ошто жанын бергендер, агуй долган батырларын жайнады. Это четверостишье изрядно обидело апрельских героев. В нем противопоставляются восставшие в народной революции 7 апреля 2010 года в Аше и в Бишкеке. Сами участники апрельской революции резко раскритиковали смысл этой интермедии, назвав ее разжиганием межрегиональной розни. Им бы следовало осторожнее упоминать о героях-апрелевцах, ссылаться только на демократию и говорить все, что захочется, так нельзя. Мы же не находились тогда на каком-то ТОЭ. Мы вышли на тот митинг ради народа. Здесь ни в коем случае нельзя разделять на север и юг. Все мы, кыргызы, должны быть едины. Нешуточная комическая сценка разделила на два лагеря даже коллег-авторов по юмористическому жанру. К примеру, Кумундор Абылов выступает с довольно жесткой критикой и возмущением. А вот юморист Борончук Кудайбергенов никакого злого умысла в интермедии не уловил. Здесь речь идет не об апрельских героях, а именно псевдогероях, о тех, которые очерняют их гордое имя. Ведь среди таких псевдогероев некоторые всюду требуют бесплатного обслуживания. Будь то на стоянках или в маршрутке, бьют себя в грудь и называются героями. Извините, конечно, но вот это не героизм. Истинные герои молча делают свое дело. Еще раз повторюсь, данная шутка о псевдогероях. Впрочем, были в ней действительно слова, разделяющие народ на северян и южан, что уже было воспринято как обществом, так и в высших эшелонах власти, осуждающие. Сами сделайте опрос и выясните, на их концерты никто не ходит. Неизвестно, через какие фирмы они продавали свои билеты. Я полагаю, это чей-то заказ. На том высмеивающем концерте не показали и не сказали ничего, над чем можно было бы посмеяться. А наоборот, взяли и разделили народ по региональному признаку. Меня волнует именно этот факт. Их деяния даже хуже, чем экстремизм. Они хотят, чтобы в стране настал хаос. Я до конца буду настаивать на своей позиции. Все, о чем я говорил в парламенте, ни от одного слова не отказываюсь. Сейчас депутат готовит обращение в компетентные органы. Он намерен привлечь юмористов к ответственности. Кроме этого, уверен нардеп, Министерству культуры, допустившему подобные выступления, также должна быть дана соответствующая оценка. Со стороны ли министерства, или правительства, или президента, все равно в наше демократическое время никто из нас не сможет закрыть чей-то рот. Но всякий талантливый и уважающий себя человек, прежде чем что-то говорить перед народом, должен очень хорошо подумать. Каждый говорит и думает в меру своего собственного уровня культуры и образованности. Как бы то ни было, в министерстве обещают теперь вести контроль за концертами этих горе-сатириков. Если в их программе найдут хоть малейший намек на межрегиональные, национальные либо религиозные призывы, то попросту запретят выступление. В планах чиновников установить и наблюдение в театрах и в той же филармонии для наличия видеодоказательств нарушений. Алексей Немашкал, Мирим Ташибекова, Эрлан Кемельбеков, НТС.